今天特别从 Мы специально приехали из Китая в Казанский университет для подписания контракта стратегического партнерства. Я думаю, что это очень важно, потому что в 2014 году у нас был создан союз лекторов. А сюда, в этот союз, входит и Казанский университет. Я думаю, что подписание контракта принесет следующие пользы. Во-первых, это углубление сотрудничества между университетами, еще вот это на уровнях институтами. Мы сможем обменивать студентами, преподавателями и вместе ведем научное исследование. Во-вторых, я думаю, что это очень полезно для совместного научного исследования. Утром мы посещали факультет физики и факультет химии. Мы думаем, что мы сможем вместе активизировать научное исследование в этих областях. Мы видели, что Казанский университет много сделали для научного исследования. В нашем университете 5 специальностей занимают первое место в Китае. Среди них это геология, психология, педагогия, китайская история. Мы чувствуем дружбу между Китаем и Россией и дружбу между народами двух стран. Мы надеемся, что дружба между Китаем и Россией продолжается.